Подозрительная посылка была вывезена из здания Time Warner Center на Манхэттене, где находится офис телекомпании CNN. Ранее аналогичные посылки с возможным присутствием взрывчатых веществ должны были получить бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон, Барак Обама, бывший генеральный прокурор США Эрик Холдер и офис главы Национального комитета Демократической партии США Дебби Вассерман Шульц во Флориде. Позже стало известно, что посылка в офисе CNN была адресована бывшему директору ЦРУ Джону Бреннону. Найденное устройство схоже с тем, которое было обнаружено в понедельник в почтовом ящике у дома финансиста Джорджа Сороса в окрестностях Нью-Йорка. Белый дом возмущен ситуацией и пообещал, что виновные понесут наказание.